На самом деле победительница ничего не получает, то вся съемочная группа сидит на наркотиках. Русских пацанок, оказывается, снимают в Украине, и украинская съемочная группа. В доме, где живут пацанки, ужасный беспорядок, все не организовано, совсем не так, как выглядит на экране. Их даже не выпускают из... Откуда я все это знаю? Всеми силами пытаюсь собрать информацию, как журналист. Мне дал интервью муж одной из пацанок. Знакомьтесь, бывший муж Виктории Крушатиной, или же ее называют Алисой, Павел Крушатин. Привет. В первую очередь съемочная группа, приехав к участникам, спросила, где можно достать наркотики. Это по словам самого Павла. Просто все сидят на наркоте. Он и рассказал, как все происходило.